Такашник с крестиком. Со стороны везде агитация идет. 38-ю школу пойдите, что там творится? Скандал разгорелся ближе к обеду. Одна из наблюдательниц заметила крестик на руке молодой девушки, пришедшей голосовать. Наблюдательница считает, что девушка не была зарегистрирована на этом участке. Тем не менее, ей дали бюллетень. После голосования избирательницу пытались задержать, но в дело вмешался адвокат и увел свою подопечную. Позже случился аналогичный инцидент. Кремер адвокат забрала сейчас ту девушку, которая пришла, успела в комиссии подписать и с таким крестиком. Вот это второе. Вот это ваша работа. Вы должны были выяснить, кто она такая. Посмотрим сейчас, как будет составляться. Однако члены избирательного участка уверяют, все сделано правильно, и они сумели пресечь нарушение. Пришла Аселя Блхаирова, она поставила подпись под чужой фамилией. Хотела проголосовать, но мы ее задержали. Сотрудников прокуратуры и КНБ мы вызвали, они должны подъехать. Но приехал адвокат, сказал, что задерживать ее мы не имеем права, и увез ее силой. У нас остались ее документы, на ее руке действительно был крестик. Информацию о крестиках подтвердил еще один наблюдатель, доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты. Приходят люди с крестиками, бюллетени приносят без пригласителей, без фамилии, с крестиками. Члены комиссии допускают эту ситуацию. Часов до 11 было здесь человек 300. Здесь столпотворение такое было, будто дефицит какой-то выбросили. И вся молодежь в основном шла. По всем выявленным недостаткам наблюдатели пообещали составить акт.